Соперников на третьего не выходит, но опять-таки серьезные проблемы у Cloud9. Хотя ситуация рабочая. 2 в 3. Бомба по-прежнему не поставлена. На таймере 15 секунд. Все меньше времени. Расстрел по заходящим с 2TK. Только на одного его хватает. Шраут. Не хватило одной пули, чтобы забрать Кажумба. 8 секунд. Считаем время. О, да! Серьезно, как? Успел! Какая жесть! Как же датчане этот раунд забрали? Вот просто если бы Шраут продолжал спрейить, Кажумба погиб. Или стрейф обратный, хоть что-то. 3 секунды до конца раунда. Казалось бы, все уже выиграно.